Входи! Прости, что так скромно, я отослал прислугу домой. Возможно, ты убил их по дороге сюда. Но сначала вопрос. А с кем я говорю? С сыном, который хочет развеять прах матери, или с психом, который убил всех, чтобы добраться до меня? Понимаешь, какая штука? В первом случае я скажу: присаживайся. Давай поужинаем, пообщаемся. Хотя что-то знакомое. В прошлый раз ты сидел тут. Пол тогда подрубал электроды к соскам твоего дружка. Я стоял здесь. И что же я тогда сказал? Да. Побудь здесь. Попробуй этого краба. Не уходи. Я скоро вернусь. Так, если бы ты послушал меня и подождал, мы бы отправились сюда вместе и довели дело до конца. Очевидно, это второй вариант. Псих, который меня не слушает и, подобно прочим мартышкам, кидается собственным дерьмом. Но знаешь, начнем-ка сначала. У тебя есть два варианта. Раз, ты убьешь меня. Тоска. Два, мы с тобой ужинаем, а потом отправляемся развеивать прах твоей матери вместе. Решай. Ну, кого ты убил? Амиту, Сабала. Я и так это знаю, но все же хочу услышать от тебя. Иди в пень! Мальчик мой, ты и глазом не моргнул. Что ж, ты понимаешь, что без боя отдаешь свою страну, да? Она всегда была твоей. Кират твой. И в первую очередь я хотел донести до тебя эту мысль. Но ты можешь ее вернуть. Полдела сделано. Еще одна смерть, и все. Нет, я не вынуждаю. Но отрадно знать, что ты не спасуешь, если припечет. Что ж, думаю, ждать нет смысла. Пойдем. И маму захвати. Пойми, мальчик, эта урна – все, что осталось от того Аджая. Аджая Докера. Развеешь этот прах и отрежешь себе все пути к отступлению. Вот так. И что теперь? Думаю, ты теперь поступишь, как я, после того, как Мохан убил Лакшман. Ах да, ты же не знал. Да, твой отец убил твою сестру, а твоя мать в отместку убила его. Я просто продолжил ее дело. Сколько людей я убил ради них. Но потом я понял. Смерть Лакшманы была лишь поводом, как и эта урна с прахом. Поводом, чтобы делать все, что захочется. И да, мне это нравилось. Ну, наконец-то.
Я бывал тут один раз и вошел внутрь нормальным человеком, а вышел таким. Но ты... Ты выйдешь королем. Вперед! Делай то, что должен. Сабал, готово. Хорошо, брат. Все закончилось. Не могу поверить. Ты нашел Лакшману? Да, нашел, Сабал. Мама покоится с миром. Спасибо. Кират свободен, брат. Благодаря тебе и Махан обрел покой. Вернись домой. Мне нужен помощник. Кират должен вернуться к истокам. Салют, сосед! О, мистер Гейл! Чё, всё походу, а? Никакого больше хардкора? Зачехляешь свою ракетницу, да? Да. А мне нравится, что ты тут намутил. Да. Без тебя грустно будет. Но повесь пушку на гвоздь в дальнем углу. Хотя... Может, ты не все дела доделал? Есть чем заняться? Может, не убил кого? Я о том же, Дональд. Я йоги, дебил. Дунем? Дунем? Не в этот раз. Спасибо. Его силы в смятении. Куй железо, пока горячо. Займи крепость Райгат для Золотого Пути.